На 317-й кустовой площадке Урьевского месторождения добывающие скважины обработали горячей нефтью. Метод предназначен для удаления парафинотложений. При прогреве призабойной зоны смолистые отложения в трубах расплавляются и выносятся потоком нефти на поверхность. Сначала специалисты разогревают нефть до 90 градусов, после чего промывают колонку. На одну скважину уходит примерно 25 кубов. Технология обработки горячей нефтью считается одной из самых эффективных, поскольку подходит для любого типа скважин. Есть два вида борьбы с данными отложением – это механический скребок и АДПМ. Но не на всех скважинах у нас добывающим фондом можно произвести спуск механического скребка, поэтому самым эффективным является обработка горячей нефтью.